Пусть все сбудется сегодня, окрыляет, пусть мечты. Дед Мороз пускай подарит все, что загадаешь ты. Восьмилетний Олег мечтает о конструкторе Лего. Из него он хочет собрать космический корабль. Но его самое сокровенное желание другое. Я бы хотел, чтобы у меня родители не болели. Здесь дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Елка желаний специально для них. Личным Дедом Морозом для Олега станет его тезка, глава Самары Олег Фурсов. Сегодня он дал старт акции «Елка желаний». Судьбы детей, они как бы продолжают складываться позитивно, когда принимают добро, внимание и, наверное, какое-то участие со стороны людей, даже в рамках таких мероприятий, как сегодня. Задача, чтобы каждый ребенок не потерялся в этой жизни, чувствовал себя гражданином, чувствовал себя патриотом. Чтобы исполнить желания детей, к елке целыми группами приходят студенты, пенсионеры, представители разных фирм. Часто берут сразу по несколько открыток. От санок и коньков до скейтов и радиоуправляемых самолетов. И все это может исполнить любой самарец, если придет и возьмет одну карточку вот с такой елки желаний. Они есть в каждом районе Самары, в центрах «Семья». Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.